И всем привет, дорогие друзья! С вами Игроплей. Вот, сегодня я вам покажу, как скачать Clash Royale взломанной. Версия 2.3.2. Заходим в описание, под описание, которое есть. Да, вы можете найти вот этот сайт. Ну, я оставлю ссылку в описании, в общем. Вот. Как скачать? Заходим на сайт в описании. Ссылочку оставлю. И вот. Крутим вниз. И находим вот тут две зеленых. Скачать АПК Clash Royale 2.3.2. Это простой. Это вот этот простой, где первый. А второй с модом. Скачать АПК Clash Royale 2.3.2 мод. И нажимаем на скачивание, ждем 7 секунд, и ждем. И вот, у нас появилось скачать файл, нажимаем скачать файл, может причинить вред вашему мобильному устройству, сохранить файл Clash Royale 2.3.2, мод и так далее. Нажимаем ок, потому что это, ну, типа... развод, что ли, ну, для того, чтобы вы не скачивали это, никакой вред не носит это, нажимаете ок, никакого вируса нету, вот. Теперь ждем 5 минуточек, 4 минуты, и для вас будет 1 секунда, для меня 5 минут, как видите, так что ждем, давайте, ребятки. И вот, ребятки, у нас скачалось, вот, заходим, короче, да, и у вас вот это загружено. Нажимаем, и вы переходите сюда, неизвестное приложение, подождите. У вас вот такое вылезает, и смотрите, что делаем. Ой, сори, я вышел, секунду. И вот, ребятушки, я... подождал уже прям 30 секунд примерно. Вот, и установка, приложение установлено. Готово, нажимаем, или вы можете сразу открыть. Вот, и вот, у вас появился Neil's Royale. Это Clash Royale, но просто Neil Royale написано. Вот, заходим, у нас обновление, там все дела, так, заходим, вот, и так, ждем, ну, я почему захожу в игру, потому что, ну, чтобы показать вам это все дело, что это не обман и так далее. Вот. Но сперва, конечно, она долго загружается. Вот, нажимаем ОК. Ну, если это может... Ну, покупки есть и так далее, говорю. Вот. И... сейчас, подождите. Вот. Введем свой... ник, например... ля-ля-ля. Вот, ну. Вот. И у нас, вот, видите, взломанный. Вот, если кристалл взломанный, если вот эти монетки не взломанные, то их можно просто взломать, знаете как? Вот так, купив. И вот, можно так покупать много. И еще, ребятки, если у вас, вы думаете, что, ой, у меня мало кристалликов осталось и так далее, просто нажимаем в бой нажимаем просто. Вот, загрузка идет тоже, конечно. Ну, для начала. Вот. Может, только что установили, вот поэтому загрузка там и так далее.
так все. И вот загрузилась игра. Мы третий левел пока что. Вот. И давайте, я не знаю, поиграю. Поиграю, что ли. Ну, вот. Или давайте проиграю лучше. Да, проиграю. Ема, он 12-й левел. Просто ему повезло. Чисто повезло. Вот. Он нас победил. Ну, неважно. Вот. Но все равно. Нажимаем ОК. И видите, опять у нас кристалла миллион. Вот такая магия, ребята. Так что не волнуйтесь за то, что у вас кончатся кристаллики и так далее. Вот. Ну и все. Всем пока.